Всем привет! Что может сделать этот вечер еще лучше? Конечно же, футбол. Для вас встречу сегодня комментируют Константин Генич и Георгий Чернацов. Division Rivals в прямом эфире здесь никогда не бывает скучно. Что-то подсказывает мне, что матч сегодня будет отличным. Спасибо, Георгий. Всегда здорово работать в такой атмосфере. Полный стадион, поле в идеальном состоянии. Ничто не должно помешать командам показать лучшую игру. По стартовому составу Атлетико многое можно понять. Голкипер Алисон Бейкер. Эндрю Робинсон в защите сыграет. Вместе с Трентом Александр-Арнольдом на флангах оборон. Бернардо с первых минут играет в центре полузащиты с Кевином Де Брюйне. И на стороне атаки играет Эрлинг Холланд. Состав команды гостей. В воротах играет Джан-Луиджи Доннарумма. В защите Рафаэль Варан сыграет со Шкриньяром. Бруно Фернандеш играет с Лукой Модричем в центре полузащиты. На поле сразу два номинальных форварда. Думаю, что игра пойдет в открытую сразу с первых минут. Канселу. Хороший пас. Что дальше? Флаг бокового уже поднят. Это вне игры. Слишком поздно пошла передача. Хорошая была атака и движение в ней, но этот момент не получился. Мяч вратарь ведет от ворот. Очень хорошая возможность забить. Упущен. Джон Стоунс. Сон Хын Мин. Кевин Де Брюйн. Де Брюйн и мяч в штрафную направляет. Отличный блок. С углового подает Де Брюйн. Сейчас есть кому мяч отдать из-под этого прессинга. Классных игроков в составе этой команды хватает, но особенно выделяется один из них, конечно же, это Эрлинг Холланд. Ну, когда дело касается... Де Брюйне! Вратарь тут хорошо играет. Мяч летит в центр штрафной. Защита надежно играет. Он здорово играет, не дает пробить. Родриго. Родриго. Отбор, все чисто. Не получилось оставить мяч в игре. Прессинг сработал как надо. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Эрлинг Холланд. Кевин Де Брюйн. Отличные оборонительные действия. Ашраф Хакими. Ищет возможности обострить. Атака набирает обороты. Сон Хын Мин. Мяч у соперника. Роберт Левандовский. Пас перехвачен. Ушел мяч аут. Кевин Де Брюйн. Бернардо Силва. Здорово сыграно. Мяч все ближе к воротам, атака продолжается, но владение переходит к сопернику.
все-таки получается отправить мяч в сетку с добиванием. Смотрим еще раз повтор. Здесь не очень надежно играет голкипер. Кое-как справляется с первым ударом, но, конечно, нужно стараться фиксировать мяч, иначе вот такие голы с добивания неизбежны. Пас не точный, мяч уходит за боковую. Давно не было мяча у гостей. Соперник сейчас больше владеет мячом, но до каких-то решительных действий пока что дело не доходит. А скрыть оборону такого организованного соперника задача далеко не из легких. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Ошибается Букайо Сака. Хакими. Родриго. Они продолжают идти вперед и ищут варианты для развития атаки. Защита справляется с ударом. Левандовский. Стоунс, Эндрю Робертсон, Сон Хынмин. Это Бернарду Силва. Мяч в центр штрафной летит. Вот так заканчивается этот момент. Свисток главного судьи ставит точку в первом тайме. Впереди перерыв. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Он уходит от опеки. С мячом вперед он идет. Очень опасно может получиться. С мячом Трент Александр-Арнольд. И мяч перехвачен. Сон Хынмин. Эрлинг Холланд. Варан. Родриго. Модрич. Родриго. Родриго с мячом. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Эндрю Робертсон. Мяч перехвачен. Родриго получает мяч. Вратарь в деле, отражает удар. Похоже, посыпалась команда. Пенальти назначает рефери, и у соперника отличные шансы увеличить разрыв в счете. И тогда, в общем-то, можно уже будет с полной уверенностью назвать. И это гол с пенальти.
повторяют там пенальти. Очень обидно должно быть голкиперу, потому что направление-то он угадал, а вот мяч прошел над ним. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Мяч за боковую уходит. Кевин Де Брюйн. Уходит мяч от Де Брюйна. Варан. Марика Тото. Букайо Сака идет вперед с мячом. Из этого что-то может получиться. Вот это момент у него! Это было просто для галки. Варан. Рафаэль Варан. Жуан Канцело. Набирает обороты эта атака. Левандовский, надо решать! И Левандовский кладет мяч в сетку. Защитники все-таки сегодня никак с ним не справятся. Отлично он обыграл защитника. Еще раз гол посмотрим. Роберту Левандовскому оставалось только не промахнуться с близкого расстояния. С чем он и справился. Бернардо. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Отлично сыграно. Мяч перехвачен. Тут его прижимают, не дают пространства. И ближе к воротам игра переходит. Такой момент! И справляется вратарь с этим ударом. Левандовский опасно! Этого парня...